Groovy. Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в The Whistleblower, дополнение к Outlast. Итак, мы наконец-таки добрались до этого места. Не знаю, что это за место, правда, зачем нам сюда надо. В чем цель? Доберитесь до радио в тюрьме, да. Мы снова как-то убежали от этого мужика. Боже мой, он дико пугает меня, он очень неприятный. Он постоянно преследует нас. Постоянно преследует. И даже зная, что я, в принципе, от него можно реально убежать. Где это я? Трава? Так. Оп. Кто здесь? Кто здесь? Там кто-то ходит. Так, мне сюда. О! Опа-на. Тут сейчас будет такой ад, мне кажется. Страшно. Кто-то слишком близко. Я не понимаю. Что это? Что это? Что это? Блин, что это? Что это было? Где я вообще нахожусь? Что это за место? Это в здании или нет? Ну, это очевидно, что нет, но выглядит так, как будто я в помещении все еще нахожусь. То есть как будто бы это такой зимний садик, не знаю. Ой. А! Вон свет! Мне туда! Мне туда! Кто это тут бегает? Психи всякие! Блин, не могу! Я все перекосило. Если бы вы видели, как я сейчас сижу. Так, сюда нельзя. Куда можно? А, вот сюда. Да? Правильно? А, да, вот. Хорошо. Стоп. А, я, наверное, оттуда пришел. Волки. Кто это? О. Кто это? Меня хотят убить. Я чувствую. Я кому-то здесь очень не нравлюсь. Давайте закроем дверь. Вот так. Так, хорошо. Батарейка, окей. Есть, есть бонус. Что у нас здесь? Для... Это все? Для чего мы здесь... Окей, а куда нам? Не. Дверь вот открыть мы не можем, нет. Оп. Так, что за фигня? Секунду. Это нет. Тут ничего нажать нельзя. Залезть нельзя. Назад. А, это тюремный блок. Блин, нет смысла включать эту фигню. Может быть, вот это... Оп! О! Не попало, к сожалению. Ну ладно. Так, давайте посмотрим. В этом суть игры. Он играет в одиночку и проигрывает. В этом и заключается вся игра. Есть математическое доказательство, если сложить 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 и так далее до бесконечности, то в итоге получишь ответ.
Если не отступить перед бесконечностью, то получишь невероятно огромное число. Если продолжать считать, то достигнете минус 1/12. Что? Повторение отрицательного 0,08333333333. Я теряю контроль над вещами. Я думаю о 400 милях переезда сюда на арендованном грузовике. Наконец-то появилась работа, которая позволит заплатить по счетам, расплатиться с долгами, выплатить страховку. Мальчики спят на заднем сиденье. Играет АМ радио, наверное, А, да? Госпел, западная кантри. Параноидальная вечерняя болтовня по радио. Мы пели песни и смеялись над конспирацией инопланетян и призраков. Пролетающие в свете фар номера на мильных столбах. Я не хочу здесь умирать. И я... Блин, я тоже не хочу здесь умирать, но я не знаю, куда мне идти. Что я здесь делаю? Стоп. Нет. Так, надо подумать. Эта штука двигается как-нибудь? Нет, не двигается. Окей, просто идем назад тогда. Вот сюда? Нет. На выход. На выход. О, кто-то открыл решетку. Почему они могут открыть решетку, а я нет? В чем их сила? У них что, у всех ключи есть? Так, труп охранника. Закрыто. Окей. Тихо, музыка, не надо, не начинай. Я тебя прошу. Не начинай. Опа, кто-то вырвал просто. Нам сюда, да, надо идти? Ну, погодите, а здесь что? Просто ничего. О, труп! С батарейкой, да. Есть. Ух. Так, это хорошо, приятный бонус. Ага, ага. Оп, еще один труп висит. Весело ему. Так, я должен прямо сюда прыгнуть, да? Оп! Ты что так делаешь? Ты испугал меня, болван! Зачем? Смотри мне в глаза! Тоже мне. Так, я могу вот так пройти? О, я могу идти по краю. Классно. Но нам все равно надо вниз, оказывается. О! Мы в канализацию хоть идем. Окей. Нет, не в канализацию. Мы опять на улице сейчас окажемся. Я боюсь себя. Так, мы на территории тюремного блока. Так, нам сюда. Музыка так нервы щекочет. Так, правильно, неправильно. Сюда. Назад пути нет. Окей. He looks nervous. I would like to kill him. Нет! As would I. То же самое говорят. Ребят, вы повторяетесь. Окей, я надеялся, что эти ребята нам не будут угрожать здесь. Мне хватает психопата-каннибала, но нет, тут еще и будут эти Кличко. Блин. Окей, а куда мне идти-то? Только если сюда, да? Тут нет нигде батареечек. О боже, я прям там, где они, да? Да. Вон они стоят. О, жесть. Стоп, чуваки. Не горячитесь.
что я должен сделать? Я иду сюда, окей? Тихо. Они опять меня направляют, да? Ох ты, как забавно. Блин! Да какого черта ты играешь? Ребята, не играйте! Опа! Ну ладно, все, не буду мешать, не буду занудой. Че? Ну стой, кыш от меня, ты где? Можно я сюда пойду, пожалуйста? Не могу, я постоянно в напряжении, почему? Хватит, игра. Мне правда страшнее, чем в предыдущей части сейчас. Могу зайти? Не могу. Могу только с той стороны зайти. Опа. Так, документ. Большой документ. Итак. Значит, Биллингс, какой-то Джей Биллингс к Вигаландо. Ответ. Пациент Самул. Курт, у нас есть еще один, и я не уверен, сможете ли вы определить. Это как расстройство, вызванное стрессом от соседства с душевнобольными. Охранник сверху из административного блока, наш последний работник, не являющийся пациентом, начал видеть сказки Вероники. Он никогда не имел прямого контакта с двигателем морфогенетического кондиционирования, даже никогда не спускался ниже первого уровня здания. Это было бы большим нарушением протокола, если бы врачи говорили о программе Wall Reader. В присутствии работника службы безопасности. Маловероятно, что он мог придумать такую темную мифологическую историю сам. Это очень похоже на случай доктора Самула или любого другого до него. Формально здоровый, из медицинского персонала, попавший под влияние своих безумных больных, это одно. Но совсем другое, если эти убеждения создаются, ну, например, из воздуха. Нужно поговорить с ним лично. Биллингс. Так, окей, куда нам далее? Куда нам далее? Сюда. Нет, стоп. Вот сюда. Блин. Тихо, ребят. Что ты хочешь? Блин, мерзкий уродец, как бежал, на мне неприятно. Так. Ага, наверх можно пойти. Здрасте. Кто здесь? Ничего нету. Рация, кровь. Никаких батареек. Сволочь. Полезли. Давай, лезь. Все. Так, я вижу свет, видите, там вдалеке. Кто? They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Что значит Билли понял? Что это значит Билли понял? Кто нас ждал? Опа, батарейка! Я хочу войти. Я никому не верю, чувак, так что можешь не волноваться. Так, батарейка, отлично. Где? Так, я что, спятил? Я же видел ее здесь. Я клянусь, я видел батарейку. Погодите. Или меня проглючило? Я не знаю. Видимо, да. Жесть, как так могло быть? Так. Понятно, заключенные здесь бегают. Что он делает? Пинает, дру там чувака, не бей его. Что за жестокий, зачем? Зачем? Что происходит, ребят, с вами? Нельзя открыть, да? Окей.
Опа, мужик! Блин, они тут просто растерзали людей. Просто растерзали. Сюда нельзя, да? Опа! Чувствую, тут будет кто-нибудь. Либо этот... Каннибал, точнее. Либо братья. Что это за место? О, радио, закрыть дверь! Это он в этой версии, в DLC он не хлопает двери, кстати. Он просто аккуратненько и закрывает. Так, ребята, это спасение. Давайте. Алло! Алло! Прием! Кто говорит? Да нет! Это мужик! Он жив! Ау! Нет! Давайте... You couldn't just... Нет, я не мог! Couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. Он тоже псих. But you're done talking now. Блин, что мы можем сделать? Do me a favor and die here, Park. Он сам боится их всех, да? Зачем он радио разбил? Я так и знал, что это произойдет, конечно, но я не думал, что это будет он. Доберитесь до радио в тюрьме. Я сделал это, радио больше нету. Какой? Что делать-то? Крис Уокер? Да! Удар по мне! Закрыть дверь! Нет! Нет, я не мог закрыть дверь! Убил меня, оторвал мне тело. Черт, сдох, блин. Сходу меня заметил. Вот сволочь такая. Крис Уокер наблюдательный стал. Давайте сюда. В какую сторону? Яй! Валим! Он меня не заметил, дебил! Оп! Кто закрыл дверь, как ты смел? Так, все хорошо? Все хорошо. Закрыть. Фух. Так, здесь ничего нету, здесь батареечки там нет, да? Батареечки там нет. Нет. Окей. Будет без них, значит. О, мужик, здоров! Знакомлюсь это лицо. Так, мы, наверное, сейчас будем в местах, где был, будет, точнее, в будущем Майлз. Административному блоку, да, да, мы пойдем туда. Как раз Майлз начал свое путешествие по Меркову через административный блок. Так, что, мы можем здесь что-нибудь? Окей. Then if you should honor and magic, you think it was technology. We have faith in all of okay, all things. Понятно, хорошая мысль. Опа, чувак стоит. Отец Мартин рисует down the drain, да? Мы прям пришли в то самое место. Don't be afraid, he's doing his work. Whether you know it or not. Офигеть! Мы пришли в то самое место. Это круто. Вот, да. Отец Мартин уже. Он знал об этом? Откуда он знал, что мы придем? Что Майлз придет? Он же не мог этого знать. Странно это все. Значит, он каким-то образом был в курсе.
Ну, мы же знаем, да, что он тоже псих, который просто принял Вальридера за демона, за божество. Наивный чувак. Эй, смотрю на вас, ребят, тихо. Так, Джей Блэйр и кому? Доктору Трагеру. Тема: ложная беременность, настоящая выгода. Рик, было замечательно съездить на природу на прошлой неделе. Нужно выбираться почаще. Я просматривал некоторые старые записи тестов со дней начала проекта Вальридер, и кое-что привлекло мое внимание. Ты наблюдал за проектом в 2010 году. Судя по всему, у нас было несколько случаев с женщинами, работающими в компании, которые испытывали психосоматическую беременность. Это что-то связанное с тем, как двигатель морфогенетического кондиционирования взаимодействует с иммунной системой? Не совсем понятно, я права? Эти случаи часто имели смертельный исход, и они были работницами, а не пациентами. Так что это было трудно просто подмести под ковер, но у них не отмечалось активности морфогенетического двигателя. И эти женщины никогда не были подвержены дополнительной гормональной терапии. Хотя я понятия не имею о ППМ, но я умею читать. А если прибыль проекта Вальридер, по крайней мере, вдвое ниже, чем они говорят, то у меня возникает только один вопрос. Почему мы не ставим эксперименты с женщинами? Всем известно, что психическое заболевание – это равное горе для всех. Это будет неэтично упустить такую возможность. Искренне ваша Эрика. Да, ребят, успокойтесь, все хорошо. Окей, мы в том самом месте, ребят, где Майлз пробегал в самом начале игры. Ну, практически в самом начале. Посмотрим, что... Да я свой, ребята! Черт, охранники, они добрые же. Блин, я бы мог так круто с ними скооперироваться. Опа, теперь это завалено. Ага, вот мы в ту сторону теперь пойдем, круто. Кто здесь? Надеюсь, здесь никого нет? Блин, давайте хоть что-нибудь, батарейку. А, есть. Сволочка, классная, находить батарейки, вы не представляете. Так, здесь больше ничего нету, да? Документов нету, ничего нету. Пойдемте сюда. О май год. Сюда нельзя. О! Так, валим! Run for your life! Гонка всей нашей жизни, вот это круто! Куда? Он бежит за нами. Стрей! Так, хорошо. На улицу. Оп. Смотрите, забавно сделали. В этой игре есть микрозагрузочка. Он за нами не идет? А почему в той части этого не было? Окей. Так, опа, здесь окна открыты. Я могу залезть? Ох ты, я могу влезть, и вправду. Что это за место такое? Тихо слишком. Ой, блин! Прости, чувак, не заметил. Выше колен, ниже пупка. Нарезать и пришить на столе Глускина. Глускин, да, наверное? Сделаю место и внутрь затолкну. Жених создаст себе жену. Выше колен, ниже пупка. Та-та-та-та-та-та-та. Одно и то же, одно и то же. Что это значит? Что-то как-то с пытками как будто бы связано. О! Штучка, которую можно двигать. Которую мы не будем двигать, естественно. Так. Кто это был? Давайте вылезем вот так прям. Кто здесь был, а? Кто же здесь был? Так, давайте камеру перезарядить. Шепот! Я слышал! Я слышал шепот.
уже. Так, о, можно открыть. А если туда пойти? Я могу сюда пойти? А, я не могу сюда пойти, нам только сюда и можно. Кто это? Кто-то говорил, опять. Вот так вот. Так, слишком светло, это специально сделали, да? Опа. Я могу пролезть? О! Ну-ка, обратно. И обратно можно. Так, я просто сначала здесь посмотрю, что тут есть у нас такое интересное. Чего? Так, мы в какую-то канализацию сейчас спустимся, нет? Нет. Что-то сва... А, электричество. Ясно. Кому там нужна помощь? Пойдемте, поможем. Где? Кому была помощь? Ну, я не понял. Что? А, там чувак. Так, читаем. А, мы вниз. Не прочли. Место выглядит как психиатрическая больница. Кто-то похожий на священника рисует инструкции на стене. Рассуждает о Боге и говорит мне не бояться. Как же я мог быть частью этого бесчеловечного, движимого алчностью нравственного геноцида? Монстры мерков, пытающие умы. Как далеко пойдут их черви-юристы, чтобы защитить интересы компании? Их же собственные работники были выпотрошены. Я никогда раньше не молился, Лиза, но если какой-то там эгоистичный бог-интервент слышит меня, пусть убьет Джереми Блэр до того, как я умру. Здравый смысл и жадность. Не существует боли, которую он не заслужил. Здесь нет радио, нет надежды связаться с миром, только побег. И документ еще один. Убей нас. Убей нас, сожги здание. Здесь находиться хуже, чем умереть. Убей нас. Убей нас. Так. Давайте пойдем. Правильно я иду вообще или нет? Так, это нельзя открыть. Это нельзя открыть. Правда, нельзя? Нельзя. Окей, хорошо, значит, нам туда надо все-таки идти. Вот сюда. Да? Так, охранник. Что у него? Батарейка. И все это? Ебал. Разве не надо сюда? Ну, сюда не надо. Я понял, мне надо как-то попасть в это здание. Что там было? Там было что-то? Или мне показалось? Нет, ничего там. А, стоп! Вот, сюда можно попасть. Так, ну, видимо, сюда и надо. Хорошо, перезарядка. Итак, мы под тюрьмой, да? О, мужик! Поснимать! Отличное порево выйдет. Опять туманность. Нет. Я не знаю, это нужно сделать, я чувствую. Блин, теперь только его звуки слышно. А, мы убрали туманность. Кто там? Кто там прошелся? Так, мы можем бочку отодвинуть? Нет. Блин. Что такое? Мне придется идти через? Нет. Откуда этот звук?
Прям рядом кому-то лежит. Так, куда мне надо? Думаем. Это мы выключили, зачем? Можно запрыгнуть? Нет, запрыгнуть. А, я понял, мы выключили электричество, нам надо выходить отсюда. Да, кажется, это правильно. Вот сюда. Правильно? Правильно. Да кто это сделал? Горящие огни. Электроэнергия все еще есть. Электричество. Мне нужно подумать, Лиза. Я думаю, что электричество — это доказательство того, что... Что-то, какая-то человеческая сила все еще контролирует небольшую часть лечебницы Mount Massive. Но никакое человечное или здравомыслящее создание не может делать здесь ничего, кроме как выживать. И то не очень долго. Ты всегда была самой разумной, Лиза. Ты бы сказала успокоиться, взглянуть на всю картину целиком. Сумасшествие и бесчеловечность управляют в этом месте. Что бы ни контролировало электричество, оно пытается заманить меня в ловушку. Может, стоит выключить? Так я ж выключил, она опять включила. Окей. То есть мне придется опять туда идти, да? Я понял. Ой, что сейчас будет, я не знаю. Так, здесь теперь тихо. Чувак уже все, ушел, он закончил. Опять эта фигня. Так. Давай. Блин! Черт меня, как страшно! Опс, он бежит прямо за мной! Закрываем дверь. Оп! Пошел нафиг. Все. Все. Мы избавились от него? Надеюсь. Так. Падла. Оп, вот он, бежит за нами. Черт, ему все надо. Что-то от нас. Он закрыл дверь, открыл дверь. Черт. Ой. Черт, меня дери. Так, секунду. Надо маневр совершить. Совершить маневр. Так, вот ты где. Обходим тебя. Ау. Ау! Бегом, меня сейчас убьет. Закрыть! Есть! Смотрите, у меня голова кружится, по-моему. Все, он меня отстал. Отстал. Но здесь не лучше, если честно. Здесь тоже очень страшно. Пойдемте сюда. Нет, сюда. Так, есть труп. У меня ничего нету, да? Ничего нету. Что это за место какое-то решил что-то? А! Как раз кто-то пробегал над нами. И он был вменяемый, он такой. Who's there? Кто там? Билли! Билли, успокойся! Билли, успокойся! Я знаю, что это был Билли. Так, все. Выходим. Аккуратнее, ребят. Где мы? Ходим как-то вокруг одного и того же места. Так, труп. Окей. Нам надо вниз. И вон там лестница. Упс. Упс. Я знаю, что сейчас меня напугает. Я просто не думал, что это будет так неприятно. Я думал, что просто будет как типа скример. И теперь я напрягся. Валим. Кто это был?
Это Вальридер плюхнулся? Непонятно. Окей. Давай, мы совсем близко. О, нам сюда надо, да, будет? Но я сначала хочу сюда сходить. Что у нас здесь? Батарейка. Дверь не открывается. А, ну все. О, труп еще один. Сюда. Блин, что это? Что это? О, упал. Это было очень легко. Я в это больше не верю. Раскрыть правду. А нет правды, только ложь, которую мы прожевывали слишком долго, чтобы терпеть. Теперь повернуть обратно. Это наши дети, Лиза. Я бы выбрал легкий путь наружу, если бы это было не для мальчиков. Проклинаю это место. Я вынесу все, что угодно, чтобы выбраться отсюда. У тебя нет выбора, мужик. Либо подыхать, либо выбираться. Терпеть. Так, давайте открываем. Ух ты, что это такое? Окей. И на этом мы с вами, ребят, закончим. Огромное спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Я надеюсь, вам понравилось. Все ссылки будут в описании под видео. Вы знаете, что делать. Рассказывать друзьям, подписываться и лайкать. Вот, и мне будет очень приятно, ребят. Сделайте мне приятно, пожалуйста. Давайте, ребят, 5. Вы готовы? И... С вами был Юджин, и всем пока. Let the carnage begin! Крутая штука. Сейчас мы добьем Локи, это, по-моему, последний будет. Почему он изменил свой цвет? О, еще и чат. Два выстрела. Все, открывайте дверь, я выхожу. Я устал, я выхожу. Так. Safety cap, don't swallow it. Safety cap. Я забыл, что такое safety cap. Safety cap.